специальной смесью. Сейчас вот увидите, слева начнутся пруды, и такие вот башенки по углам этих прудов стоят. Там в определенной пропорции собирают жиры, белки, углеводы, и в определенное время их, эту рыбку, и кормят. Вот и справа, и слева эти пруды начинаются. Но вот если внимательно присмотреться, видны такие белые вешки, которые из воды поднимаются. Вот сейчас налево, если посмотрите, видите, белые вешки, между которыми натянута тонкая-тонкая проволока. Делается это для перелетных птиц. Осенью и весной через территорию Израиля миллионы птиц просто мигрируют. И вот они присаживаются на эту проволоку, и считается, что птичий помет — это необходимое дополнение к рациону этих рыб. Так что здесь и наука, и природа рука об руку работает. А вот в 70-е годы прошлого века они начали разводить еще один вид карпа. Называется это карп кои, декоративный вид.